Ladies and gentlemen. Hi, boys and girls. You're watching Night News on UTV. Эта ночь в клубе театра. Здесь проходит вторая часть фирменной вечеринки Point of View. От промо-группы «Точка зрения». И сегодня здесь, в клубе театра, сразу два специально приглашенных гостя. Пол Веницкий из Москвы и автор суперхита 2010 «Right Back» Hurricane. Один из сегодняшних специально приглашенных гостей – московский диск-жокей и музыкант, основатель Vain Days Records, релизы которого получают массивную поддержку от ведущих диск-жокеев планеты, а также автор и ведущий транс-дэнс радиошоу, которое вот уже 5 лет радует тысячи поклонников транс-музыки в России и за рубежом. Это Пол Веницкий. Привет! Привет! Насколько я знаю, ты здесь уже 4-й раз, и, наверное, какое-то уже мнение сложилось о нашем городе и об уфимской публике. Что ты можешь сказать на этот счет? Знаешь, всегда Уфа была одним из моих любимейших городов. Вот на клубной карте России я был здесь много раз, и всегда ни одного раза не было плохо, скучно. Всегда была очень хорошая, позитивная публика, у меня есть много поклонников, и вот... Я думаю, что сегодня будет не менее качественно и интересно, как было до этого. Что ты намерен представить сегодня? Знаешь, я никогда не знаю, что я буду играть, потому что, когда я выхожу, я всегда ориентируюсь исключительно по публике. У меня с собой всегда очень разный материал, потому что я себя никогда не ограничиваю в музыкальных пристрастиях. То есть я играю и достаточно мягкий прогрессив хаус. Он, естественно, должен быть мелодичный, да? Естественно, это и прогрессив транс, и тех транс, и прогрессив тех. То есть такой достаточно серьезный коктейль из всех сортов этой музыки. Для меня самое важное, что была первая. Первое – это мелодика, и второе – это хороший качественный грув танцевальный, да, то есть если это присутствует, значит, этот трек будет у меня. Ну и, как всегда, наверное, отыгрываешь немалое количество собственных треков. Да, я играю очень много материала, и своего сейчас последние годы стал играть еще больше, чем обычно, и сегодня, я думаю, представлю что-то новенькое для уфимской публики, что я еще ни разу не играл на танцполе, я думаю, это будет интересно и мне. У тебя есть свой лейбл Vain Days Records. Расскажи, пожалуйста, о нем более подробно. Как ты наконец пришел к этому? Знаешь, так получилось, что я 5 лет тут делаю свое радиошоу. Очень многие ребята присылают мне свой материал. И многие из них, я, как я видел, просто не могут издаться на приличных лейблах по разным причинам, потому что, может быть, это не всегда совпадает с тем звучанием, которое бы хотел видеть тот или иной лейбл. Может быть, эта музыка слишком индивидуальными местами. Как бы я решил, что надо заняться тем, чтобы дать, так скажем, свободу этой музыке, чтобы она дошла до людей. И в России и в СНГ, да и в других странах очень много вот ребят, которым нужен некий был импульс, да, которых надо поддержать. Они иногда не всегда сами готовы, потому что их материал на самом деле уже хороший. Они считают, что он еще такой сырой, они могут прислать его, например, мне: послушай, скажи, стоит, не стоит. И вот как бы я решил это сделать. Вот 1.5 года назад я открыл Vain Days Records. Это действительно очень сложная работа, как я и предполагал. Я трачу на это очень много времени, очень много сил. На данный момент у меня уже там порядка 30 артистов. И многие из них уже сейчас весьма успешные, получают колоссальную поддержку, попадают в крупнейшие компиляции и очень-очень хорошо продвигаются, стали уверены в себе. Так что я думаю, что я сделал правильный выбор, что это занялся этим вопросом. Знаю, что ты сейчас занимаешься поддержкой новой тенденции, так сказать, береги уши. Ведь не секрет, что люди, которые приходят в клуб, даже просто потанцевать, а уж тем более те, кто работает в клубе, испытывают колоссальное звуковое давление на свои уши. И вот ты один из тех людей, которые используют так называемые беруши. То есть это специальные фильтры, которые вставляются в уши. Собственно, беруши, береги уши. Расскажи об этом более подробно. Знаешь, действительно, во многих клубах очень часто такая ситуация, что звук отстроен не очень качественно. Во многих очень клубах.
местах, особенно в разовых площадках, когда в единоразово, в неподготовленном помещении ставится звук или большой рейв. И действительно, давление очень сильное. Очень часто люди под алкоголем не чувствуют вот этого звукового барьера и подходят очень близко к порталам, да, и тем самым действительно портят свои уши. Ну и просто это большие фанаты музыки. Ну, либо просто, да, это большие фанаты музыки, и тем более, конечно, сотрудники, да, сотрудники и люди, которые постоянно работают в ночной индустрии. Ничего сложного в берушах нету, в Европе их даже такие самые простейшие выдают прямо на рейвах. Да, в Германии, например, просто можем их на входе вот на мероприятии тебе вместе с браслетиком дают беруши. Потому что, в принципе, в ряде случаев ты можешь близко подойти к сцене, тебе будет достаточно комфортно и громко в берушах, но ты не будешь получать вот эти очень яркие, высокие частоты или низкие, глубокие, да? Они у тебя звуковой барьер немножко снижается. И получается очень комфортно. Поэтому я вот, когда езжу, я вот исключительно на сет снимаю их, а когда нахожусь на площадке, обязательно их вставляю, я при этом комфортно общаюсь с людьми и берегу свои уши, я после этого могу приехать домой и снова сесть работать сразу на следующий день. Что в завершении этого интервью ты мог бы пожелать всем клаберам и всем нашим зрителям? Ты сейчас можешь к ним напрямую обратиться. Да, мне есть, конечно, что сказать. Я хочу сказать, ребята, будьте всегда на позитиве, всегда, пусть всегда у вас будет солнечное настроение, потому что сейчас лето, и лето всегда должно быть у вас в душе. И никогда не думайте о проблемах, не погружайте в них, всегда ищите позитив, слушайте хорошую музыку, и все всегда будет отлично. Привет всем, это Пол Виницкий, и вы смотрите Night News на UTV. Девушки, как у вас настроение? Вы такие светлые, солнечные, пришли ночью сегодня потусить. Отличное настроение, отличная музыка, замечательная. А вы пришли на диджей или просто потусить? Да, мы сказали, что будет вообще супер, мне очень нравится. Виницкий, Пол, Паша, вообще фрево. Все круто. Да. Привет, барышни, как у вас дела? Привет, все отлично, у нас все замечательно просто. Вы сегодня пришли послушать музыку именно на диджее или просто потусить в клуб? Во-первых, и то, и то. Ну, нам сказали, то, что тут будет сегодня прям супер вечеринка, и мы решили прийти. Да. Ходил уже на танцпол, слушал музыку? Да, конечно. Что можешь сказать о ней? Позитивно, весело, хорошо, всем нравится, абсолютно. Осенью 2009 года еще один сегодняшний специально приглашенный гость стремительно ворвался на мировую транс-сцену. Его музыку поддерживают буквально все топовые диджеи планеты. Арвин Ван Бюрен, Тиесто, Ферри Корстейн, Маркус Шульц и многие другие. С ним подписал эксклюзивный контракт один из крупнейших трансовых лейблов Flashover Recordings. А год назад его трек Ride Back стал мега популярным и тут же попал в ротацию всех известных радиошоу, в том числе в Estate of Trance Армина Ван Бюрена, и по итогам 2010 года стал Tune of the Year, треком года. И сегодня он здесь, это наш соотечественник, парень из Красноярска, Юрий Кейн. Привет! Привет! Ты в Уфе впервые? Да, я впервые в Уфе, давно хотел побывать в этом городе, но, в общем, наконец-то я сюда приехал. Расскажи, пожалуйста, о той музыке, которую ты сегодня собираешься представить здесь, в своем сете в клубе театра. Ну, музыка, которую я играю в клубах, она немножко отличается от той музыки, которую я сам пишу. Если пишу я более мелодичную музыку, это мелодик транс, вокал транс и так далее, то в клубах я, конечно, играю более жесткую музыку, это хаус-музыка, ну, отчасти, конечно, прогрессив хаус, прогрессив транс, что-то вот такое. А тем не менее, твои собственные треки обязательно, да, и ремиксы входят в сет? Да, я представлю сегодня несколько своих собственных треков, но как бы поскольку моя музыка все-таки более мелодичная, она не столь клубного формата, то будет, наверное, сегодня не так много треков.
Расскажи, пожалуйста, свои чувства, когда твой трек попал в топ-100 и на самую высокую строчку топ-100 Армина Ван Бюрена. Ну, на самом деле, это просто шквал эмоций, это буря эмоций. Я не знаю, просто не передать словами, что я тогда чувствовал. Я просто боюсь, что в жизни мне вряд ли удастся испытать что-то подобное. Очень, очень переживали, конечно, очень волновались. Мы с моей девушкой, женой теперь уже сидели в 4 часа утра, буквально ждали результатов ну, вот этого голосования. И очень сильно волновались, конечно, и до конца не могли поверить, что это так. И когда мы, ну, действительно убедились, что трек стал лучшим, меня начали засыпать просто катастрофическим количеством писем, и, я не знаю, там, в социальных сетях, Twitter, все, ну, просто у меня зашкаливало все. Зашкаливал у меня адреналин, зашкаливала почта, то есть, ну, это просто не передать словами. Ну, я знаю, что многие действительно ребята здесь в России, клаберы, за тебя очень сильно порадовались, и это было приятно действительно слышать то, что наш парень из Красноярска занимает первую строчку в топ-100 Армина Ван Бюрена, признанного мэтра, можно сказать, гуру транс-музыки. Расскажи, пожалуйста, более подробно о треке «Right Back». Собственно, как написать суперхит? Ну, секрета как такового я не знаю, к сожалению. Если бы я знал, наверное, я выдавал бы их один за одним, эти суперхиты. Но родился трек довольно просто и спонтанно. Написан был очень быстро, буквально в течение 3 дней. Однажды моя девушка Юлия попросила меня сделать ей подарок на Новый год. Она как бы являлась на тот момент очень ярой такой поклонницей творчества Армина Ван Бюрена, его радиошоу «State of Trance». И вот она попросила, вернее пожелала, чтобы один из моих треков прозвучал, просто прозвучал в его как бы радиошоу. И это было бы лучшим подарком для нее. Вот тогда я, наверное, задался такой целью. То есть я проанализировал, какие треки играет Армин Ван Бюрен. Я решил, что нужно сделать что-то такое мелодичное, что-то цепляющее. Ну, вот в таком вот духе. И так вот он, наверное, родился. Очень быстро был трек написан, в течение 3 дней буквально. Но изначально это должен был быть инструментальный трек. И потом мне уже показалось, что чего-то не хватает, что вокал так и бросится туда. И вот я начал искать вокал. Исполняет этот вокал Кейт Волш. Это британская певица, композитор. Расскажи нашим зрителям, которые тебя еще не знают, как давно ты занимаешься диджеингом и как давно пишешь музыку. Диджеингом я начал заниматься совсем недавно. Музыку я пишу очень давно. Я музыкант с большой буквы этого слова. Буквально всю свою жизнь я увлекаюсь музыкой, занимаюсь музыкой. И конкретно электронную музыку пишу, наверное, уже около 13 лет. Бесконечно благодарен всем своим поклонникам, всем, кто пришел сегодня поддержать меня, всем, кто не остался равнодушным к моему творчеству. Привет, это Юрий Кейн, вы смотрите Night News на UTV. Настроение супер вообще, класс! Как музыка? Музыка офигенная, самая любимая, самая зажигательная транс. Ты отдыхаешь хорошо? Хорошо. Привет, как у тебя дела? Ой, отлично, супер, все классно. Как рада, музыка? Много, очень весело. То есть тебе все нравится? Ой, да, отлично. Мне все нравится, очень веселая компания. Здесь вообще такой Кантемилов замечательный. Понятно, отдыхай хорошо. Спасибо. Спасибо.